Добрый вечер, господа и дамы. Мы будем начинать смотреть за матчем North Remembers против XZ на Ютубе. Да, Twitch вообще прям... Ай-яй-яй, я не знаю, что с ним происходит. Просто не дает запустить, и все там. Какая-то ошибка вываливается, и беда, беда. Но, надеюсь, все скоординируются своевременно. Надо еще ссылку будет запостить ВКонтакте, и... Вот, в общем-то. Всех приветствую. Будем смотреть. Команды начеркали карты. Первая из них — это Метаун, как мы с вами наблюдаем. И вторая же будет Прованс. Так. Тут пока что, опять же, медленный стир от Нарзов. Расходы в сторону Апланта. Раскидки даже. И Тео находит фраг по Фента. Дали открытие. Пытается оборону принимать. Кстати, Паха еще на бете. Тут есть сишки замечательные. Ну, Пахе нужно будет перемещаться быстрее к своим тиммейтам. Потому что сейчас точка уже, по сути, провалена. Честер... Нужно, наверное, не торопиться в этой ситуации. Но ему зашли за спину. Забирает его. Паха также был убит. И первый раунд, в принципе, пролетел сейчас для команд очень быстро. Так. Немножко, конечно, выбивает из привычной работы. Мы тоже не ожидали, что... Обвалится. Трансляция не дастся запуститься на Ютубе. Ой, на Ютубе, на Твиче. Есть момент. Так. Ну все. Теперь это уж точно можно чувствовать себя спокойно. Итак. Нарзы. Пока что на респауне. Будут раскидки, нормаджин. Играет с нычки. Под альфой. Будет подходить. Но опять же, эта позиция немножко опасна тем, что могут разлетаться хаешки, если он зайдет дальше. Под эту нычку обычно не залетают хаешки. Обычно. Вот они там летят на альфу. Под двойку. Но не под эту нычку. Но он, конечно, просматривает. Сейчас можно чувствовать относительно себя спокойно. Так, норма. Но он был убит, тут плюс чекнул спокойно. Не смог забрать оппонента. Выход на Честера, Джейза. Не обязательный свап, но был выход на оппонента. И в итоге смогли пробить точку Б. Фемта был застрелен в центральном кафе. Еще один раунд для атаки. Разы уже имеют два. Так. Начало миссии. Че в группу написать никак? Пока пытались реанимировать Twitch. Надеялись на то, что он все-таки подымется. Поэтому это понадобилось на это некоторое время. А так там есть уже. Ссылка, если что, в группе ВКонтакте, как раз таки, о которой мы вас всегда просим подписаться, чтобы вы чекали, потому что там именно вся инфа о киберспортивной составляющей Пенбланка есть. Раздается хаен. Заход на Б-плент. Попытка атаки пробраться под эту точку, в принципе, удалась. Остался последним. Легенда Араб, который на центральном кафе замечает без шанса, пытается его забрать. Хаешки, разумеется, тоже полетели от него. Но эти попытки были все-таки завершены игроками на North Remembers снова и снова. Третий раунд уже подряд. Что у вас вечно проблема? Ну, да не уж, не вечно, не преувеличивай. Но бывает вот вообще ничего, когда не трогаешь, оно само как-то вот так вот получается. Ну, кто от этого застрахован? Тут надо понимать, мы, конечно же, тоже извиняемся, что такие проблемы случаются, но это, по сути, не по нашей вине. Просто нажимаешь кнопочку «Запустить», а тебе как бы бац, и ошибка. Ну, не понимаю. Так, разлетается вновь хаешки. Нарзы, кстати, снова попытается также на Б пройти, почему бы, собственно, и нет. Потому что получается, потому что могут себе позволить. Пока переживать особо не за что. Кстати, опять же, вроде бы стояли сишки, да, в одном из первых раундов, а вроде бы даже и в первом у Пахи вот здесь сишки стояли. Сейчас решил не ставить. Наверное, решил больше отдать динамики, так скажем, потому что удобнее иметь в арсенале хаешки, что их можно разбросить, как-то отыграть с ними более динамично. А сишки — это такой девайс, который нужно еще поставить, мариновать, так скажем, и под оппонента взрывать. Выход на бету, снова кто получается у Нарзов. Закрывает сейчас Фента в считанные секунды. Падает вся оборона, норма последний. Пойдет на бету. Так. Ну, информация по нему имеется.
Это, походу, будет четвертый раунд, да. Так, кого имеется? 4 подряд. Вот так все быстро. Почему перешли на Twitch? Наверное, наоборот, нужно было спросить, почему на YouTube. На YouTube вообще, к слову, опять же, небольшой экскурс, так скажем, почему происходили те или иные движения. На YouTube падали трансляции. Вот, он тоже болел, как-то себя нехорошо чувствовал, поэтому переходили на Twitch, на котором все в порядке, в принципе. Там несколько неведомая проблема была просто, с которой мы сегодня столкнулись, вот. И пока решение на нее не нашли. За буквально минут 5-10, сколько там у нас времени было. Тут еще команды немножко хотели подмашниться, мол, ой, мы вас сколько ждали. И если захотят мошниться, то мы могли бы пообщаться. Я так и написал, ребята, спокойствие, спокойствие. Вот, чтобы не начинать мошну еще и с игроками. Как-то неприятный момент такой присутствует. Опять же, просто неведанные технические проблемы. Все, не будем к ним возвращаться. Пока что так, на сегодня. Будем продолжать именно на ютубе. Ну а пока мы посмотрели за тем, как 5 раундов для себя Norse Remembers просто прокатили оппонента. Так. Привет, Вардан, привет. Наверное, будет. Я не в курсе. Это Килюхи. А про что конкретно? А, про коды. Коды будут, ребята. От этого, от того, что мы пересели, если вдруг с Твича на YouTube или же наоборот, по кодам. От перестановки слагаемых сумма не меняется, ребята, вот я к чему веду. Начало миссии. Начало миссии. Все достаточно быстро, то есть Экседы, даже не переводя дух, продолжают бой, и сейчас им нужно забирать каждый раунд подряд, чтобы дойти все-таки до вещи, хотя бы. В этой ситуации рассчитывать остается только на это. Но Тео на приемке центрального кафе и уже на аркаде Т-спауна выходит. Там верху 36 хп. Попасть не удается. Ну и размены присутствуют для атаки. Попытки нормы пробить апленд. Там без шанс. Играет плюс-минус сейфово. Ждет тиммейта. Тиммейт рядом. На двойке ты видел же? Джеза? Проигнорировал как-то? Или же просто фокус внимания был на центральном кафе, наверное? Как-то так. Честером. Остается один. Его заметил без шанс, спокойно закрывает. Это 6-0. Просто реально прокатили. Начало миссии. Уже мой администратор, помогите мне вернуть аккаунт. Да, эту проблему не решат на стриме. Спасибо, Кирилл. Что мы, собственно, говорим каждый раз. А то бывает иногда тоже такие вопросы залетают в личку. Там, помогите разбанить аккаунт, на арене разбаньте, все такое. Это не так работает. Мы, конечно, можем вам помочь по некоторым вопросам, там, допустим, что касается турниров, ответить на какие можем вопросы. Но как-то вот в этом вопросе направить, я надеюсь, вы понимаете. А что касается ваших аккаунтов, мы не владеем ни компетенцией, ни информацией, по большому счету. Потому что мы комментаторы. Так, кем-то. 7 хп для него. Открытие на халдрога, попытка перестрелять. Не удается. И это уже 7-0. Нарзы. Все только продолжает идти вперед. Начало миссии. Так, что там за душка? А, спам. Понимаю. Так, попытки остановить на дуэту. Нормаджин. Был убит. Паха с легендой арабом. Смогли разменяться. Дали проход от Честера. Попытка убить плюса не удается. Но был зато успешен проход под апленд. У звена Пахи и Фемта попытается поставить, но очень рискованно. Тут может нашив просто пролететь через... Ну, или не нашив, а хаешка. Тоже вряниковый, в принципе, вариант. О, забросил плент и выбил двойку. И 8-й раунд. За что Роуза бан? Ну, Эдмер, ты тут, наверное, уже троллишь, а так он просто флудит и заслуженно получил свой мут на 30 секунд. Более чем заслуженно. Итак, Паха. Обрыв центрального кафе. Пытается убить Тео. Не удается. Но опять же, оборона просто аннигилирует. Иначе ты не назовешь тут выход на респаун. И просто ребята давят на кнопочки W и LKM. Ну и у тех, у кого есть дуалы, они еще нажимают B. У кого что? У меня кто B опять же стоит.
Так кажется удобнее. Прям палец просто ложится на В и клацать лазерный прицел на Оги, к примеру, или дуалы на В. Гораздо удобнее. Итак, попробуем. Играет на приемы. Какой-то выходящий. Ну, они... Как вот вообще вот они бегут? Какова идея сейчас секседов? Они же ведь просто разбегаются. Даже тех затяжных раундов, каких-то таймингов на обсуждение у них совершенно нет. Они просто бегут вперед, просто пытаются как-то преследовать, не удается. Да ладно, и так сойдет. Бегут экседы. Все. Их закрывают по одному, по двум. Неважно. Не получается. Итак, Фемта. Соло играет. Пытается зачистить апленд. Почему соло и почему я так, наверное, уверенно говорю? Потому что он, ну реально, просто не ждал Честера. Он там пытался в соло отыгрывать. То есть он мог как-то аккуратнее разыграть. И было бы, наверное, как-то иначе все это дело. Но посмотрели мы с вами сейчас за быстрой картой Даун в исполнении Northern Members против Экседов, которые просто отвалились. Вот так. Из 8 команд проходит, скажите, пожалуйста. Сейчас как раз таки последний день, который все позиции расставит, и будет ясно. Кседы недовольны тем, что получается ребята иную игру показывают. Но есть некоторые претензии у игроков, так точно, к команде North Remembers, которые могут ставить крепко, реально, такое мы с вами не раз видели, в принципе, что ребята могут просто, ну, что-то с чем-то показывать. Иначе ты просто не назовешь. Так. Пом-пом-пом-пом. Так, здравствуйте, Максим, вы нас слышите? Вы на линии? Да, 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 здравствуйте, здравствуйте, мы вас слышите. А, что-то у меня опять этот провайдер шальнул немножечко, буквально минуток на 10. Сейчас я быстренько зайду. У вас матч идет? Да, хотелось бы сказать, что прям лютая дичь, что мясо, камбэки, тудым-сюдым. Металл закончился, 10-0, экседы отъехали. Чего? Обвиняют Нарозов в том, что, ну, нехорошая игра. В чем кто обвиняет? Ну, они... Вот сейчас они сидят, мошнят. Да, вот клоуна. Да они и нас еще пытались мошнить. То, что у нас небольшая задержка была, ну, экседы как-то вот так вот. Сейчас я разберусь с ними. One second, please. One moment. Ну, вообще, по-хорошему, это, наверное, после матча сделать. Сейчас все равно ребята играют. Нет, так, если они... Нет, подожди. Если они мошнятся на Нарзов прямо сейчас, я имею в виду, они нет, что-то они пишут просто... судьям? Они... Нет, ну я не уверен, что они еще пишут что-то судьям. Я думаю, они, если вдруг захотят посмотреть видео своего противника, то сделают это несколько позже, когда матч закончится. Они просто прямо сейчас... А то ты сказал мошняться. Я такой, типа, думаю, серьезно, прямо сейчас просто сразу же в машну. Такое. Сейчас параванс начался. Первый раунд. Уже есть первые минуса. И погибает Паха. Погибает Норма. Все потихоньку гаснут. Сейчас у игроков фиксет. Честер за колонной пытался бороться. Но его без шанса сразу же выключает. Легенда раб. За 40 секунд остался один. Он понимает о том, что продавлена точка Б. И сейчас нужно идти убивать. Но его, я уже так понимаю, должен был слышать. Плюс информация так точно появилась. Потому что он пытался нашить плент. А Е полетели, но вынужден выходить, и там же его и забирают. Реально просто пролетают сейчас. Это уже 11-й подряд. И не раундов взято было у седов, то есть 0 как был, так и остался. Почему скайп на арене, а не другая платформа? Ну, не знаю, это так... Испокон веков, это как классика. Не знаю. Работает? Почему нет? Паха в излюбленной позиции. Джива. Смог заметить, но вот и Паха как раз таки успел его перебрить и забрать. Впрочем, еще и в голову, а теперь еще и оппонента забирает. Ой-ой-ой, Абишанс. Абишанс пытается работать по информации, тиммейтов, понимая о том, что Паха стоит в насиженной уже позиции.
И, наверное, не следует к нему лезть. Но теперь ситуация 1-4. И кажется, вот он, первый раунд для X-седов за ход второй уже карты. Ну, Кодики, посмотрим. Да, будут, ребята, все будет. И ставки, итоги подведем после этой карты. Просто как бы металл мы пролетели, и вот и сейчас уже прованс. Так, вы на Ютубе? Да, yes, of course. Of course, yes. Так, сейчас, секундочку, я все быстро себе перенастрою. Репостик. А, ну с репостом мы с тобой уже проморгали моменты. Ладно, тогда без репоста. Всем доброго времени суток, друзья. Для тех, кто не смотрел нас долгое время, кто не переходил за нами на Twitch, друзья, зря вы это сделали. Лучше переходите за нами на Twitch. Сегодня единственный раз, когда Twitch дал сбой, и там было очень-очень много доната. Сейчас я вижу вас 74 человека прямого эфира. Давайте до соточки догоним, и я скину вам еще 6 кодов по 10 активаций. Ну а для команды X-Set это раунд, друзья, первый раунд на карте Прованс. Нарзы немного проморгали для себя тайминг, но 10-0 предыдущие карты, мне кажется, слишком раскрепощают нарзов, так что они должны сейчас будут, наверное, с одной стороны подсобраться. Я не знаю, что там происходило на Метауне, но если прямо 10-0 за вот эти 10 минут, которые у меня отсутствовал интернет, то это слишком дико. Выход, друзья, под аплен, Джеза просто соло летит, а, конечно, зачем ему прикрытие? Правильно, незачем. Джеза его вообще просто игнорирует. Легенда, араб, что происходит? Джеза находит минус, араб на размене. Без шанса, открывается на файт, находит даблкил. Есть информация по переулку. Здесь же Честер пытается сопротивляться. Но это 4 в 2. Потерянный апленд. Бомба будет установлена. Аркада от плюса. Минус атаки Зенита. Без шанса. Находит еще один килл для своей команды. Паха Зенит остается 1 в 3. Дроп на мидл. Откидывает хаешку. И по нему есть информация. Но бомба при этом ставится. Тео. Бомба была установлена. Паха Зенит попытался поменять для себя позицию, отходит обратно на КТ спаун, и здесь же без шанса его не ждет, но в любом случае, даже если... Хотя погоди, без шанс может его найти, это будет квадрокилл в его исполнении в раунде, но... Живой Паха Зенит и минус от Джеза. Раунд забирает для себя The North Remembers. Но немножко вопросы сами по себе отпадают, то есть ребята... склоняются к нечестной игре оппонента, но с другой стороны, я просто смотрим, видели, легенда араб просто сидит на ящике, там проходит, я не знаю, может быть реально дикий флут, кто-то кричал, вот прям вот рал, что вообще не слышать ничего было, или может это, конечно, была заготовка, что он просто подпускал под фемта, ну я в это не верю, в принципе, что это так, ну смысла реально в этом нет, то есть вот какие-то свои ошибки, ну, наверное, плохо закрывать как-то, не знаю, своей надеждой в оппонента, что он играет нечестно. Ну, не совсем это правильно, что ли. Ну, в любом случае, надо продолжать играть, и как бы то ни было, стараться показывать от себя максимум. И я не знаю, даже когда выпадали такие моменты, когда на паблике, допустим, встречаешь читера, я не знаю, я видел этого СХ-шника с Дэном, и у меня, наоборот, желание было его больше убить, и реально такое получалось сделать, и больше радости было, даже и забавы, что ты попал, что ты убил его, на тебе, и тебе даже читы не помогают, вот. Не знаю, если ты его побеждаешь, этого соперника, ты вдвойне получаешь какое-то удовольствие, моральное удовлетворение. И, в общем, как-то вот так вот. Ну вот что, норма просто на ножах выходит. Ну, кого? Какие противники? О чем речь вообще идет? Я не знаю, что там вообще происходит среди команды X-Set, но сейчас, по крайней мере, потому что я вижу на карте, ну, говорить о том, что нарзы здесь делают что-то сверхъестественное, ребят, извините, но кажется, что это вы просто пытаетесь оправдать свой провал. Нарзы просто стреляют, вот вообще ничего они не делают, прямо даже в стрельбе у них нет такого, что там все в голову летит, там все в тушу, разброса нет, отдачи, еще что-то. Они просто чекают позиции, они просто перебивают, просто перестреливают. Вообще нету ничего сверхъестественного в их игре на данный момент. Паха Зенит же почему-то убивает, вон у него все нормально, все прекрасно. 6-3, ну ладно, 6-4, Калдрога его законтрил. Это 4 в 3, это выбивание Бэплэнда, выход на байт от легенды. Легенда находит минус по бесшансу, размен от Тео, Честер закрывает самого Аркана. 2 в 2, ситуация 2 в 1, Фемт остается соло. Попытка сыграть сейчас на выбивание бомбсайда. Откидывает хаешку под Халадрога, но это минимальный урон по нему, плюс на 14.
14% здоровья пробирается под бомбсайт. Бомба будет установлена, и Фем-то уже навряд ли этому хоть как-то сможет помешать. Так что придется играть в выбивание. Открывается под дом, на крыше остается еще Халдрога. Под ним находится Плюс, и парни вдвоем просто обязаны будут здесь закрывать Халла. Если кто-то не новосянет, ну, никто не новосянил, есть минус. Халдрог закрывает своего соперника, это 4-1. Ну и первая половина пока что также на одном дыхании проходит для команды The North Stream Embers. Абсолютно никаких проблем. Седы на КВ торопятся. Ну, не знаю, куда торопятся. Они даже сами в чатике, допустим, там Фем-то спрашивают, а ты со звуком вообще играешь? Ну, все, не будем об этом. Просто вот такой момент есть, что, не знаю, как-то мы уже достаточно сказали. В общем, просто смотрим. Сейчас у Наразов хорошая возможность забрать и на этой стороне очень благоприятный для себя счет. Хотелось бы им забрать 5-1, ну и, соответственно, конечно же, Экседом начать играть лучше. Им самим хочется, но вот как-то нету понимания, как эти винтики собрать бы, чтобы они работали как единый механизм, чтобы у вас все было точно, чтобы вы начинали наконец-таки уже набирать, то есть кто-то бы что-то вот помог разобрать в этом всем деле. И разобрать сначала, а потом собрать, чтобы начало это все-таки работать. Выход от плюса на арках был замечен легендараб в его прицеле. Также хаешки были отброшены арабом в сторону арок. Но это опасно играть вот так вот. Это может просто пачка залететь. Немножко хп потерял. Паха тем временем забрал фраг под Джеза. Потеряли хаешки и смерть для легендараба. И вдвоем уже остались Паха с Честером, который вынужден идти уже на аплент, выбитый игроками Мерсли Меброс. Шанс просто в прыжке. Ну вот с легкой руки, конечно, он здесь тут пролетел и просто поставил пачку. Вот просто даже банальное возьмем сейчас, как Эксед действует в ситуации, да, большинства нарзов. Честер пикает апленд, Паха Зенит в этот момент вообще где-то на зиге находится. То есть они даже не пытаются как-то играть, они не пытаются сопротивляться, вообще никаких кооперативных действий я не вижу от них. Они просто играют каждый сам на себя. Индивидуальное исполнение абсолютно никак не удовлетворяет команду Exet, я в этом более чем уверен. Паха Зенит еще может, наверное, быть собой как-то доволен при своей плюсовой статистике против команды The North Stream Embers. Но Экседы сейчас... А такое ощущение, что они просто махнули рукой, и они надеются просто дальше идти и машинить. Все. Они не пытаются играть абсолютно никак. Они даже в этом моменте, я не знаю, общались ли они между собой, утверждать не буду. Но Честер просто, не дожидаясь Паху Зенита, он просто идет на пролом под апленд, зная то, что у тебя 4 соперника закрылись в бомбсайде, то, что они выбили этот пленд, и они будут его ставить. Ты идешь соло на выбивание. Надеяться на чудо? Конечно, есть всегда место для чуда. Но у тебя есть тиммейт, с которым было бы неплохо поговорить, с которым было бы неплохо как-то скооперировать свои действия и выйти на это выбивание. Все, никаких проблем не будет. Ну хорошо, там уже, если уже вы вдвоем не смогли, да, как-то выбить этот бомбсайт, это совершенно другой разговор. Здесь хотя бы речь пойдет о том, что вы пытались хоть что-то сделать для спасения этого раунда. Но когда Паха Зенит на шифте чекает где-то бетон, а Честер при этом уже через переулок просто с ударом ноги врывается в явно неравноправный файт, это говорит о том, что команда просто не собирается дальше играть. Они просто бегают, они абсолютно не обдумывают никак свои действия. Они просто несутся на пролом, и вот удалось мне одному... Ну вот посмотри на легенду араба. Вот просто посмотри на легенду араба. Он уже зашел через мид. А кто за ним идет? Никого. Его закрыли в размен. Кто будет играть правильно? Никто. Норма свернул вообще подарки, когда его оставшаяся команда играет в районе ланга. Вот подарками Норма столкнется с тем же плюсом. Если он его соло не закрывает, разменять будет тоже некому. Честера прожали на ланге, Тео просто продолжает дальше эту аркаду. Закрывает Фента, Норма сместился на мидл, его также закрыли. Паха Зенит при этом вообще где он находится? Он на зигу ушел. То есть здесь не было никакого обсуждения даже насчет перетяжки какой-то под бэплэнд. Норма просто свернул подарки, сидел подарками в тот момент, когда его тиммейты файтились на ланге. Одного тиммейта закрыли, это вроде был Честер. После этого Паха Зенит уходит под зигу. Его абсолютно никто не ждет. Норма пикает соло эту арку. Его закрывают. Потом аркада от Тео. Зачем тогда был еще один игрок на ланге, если собирались выбивать как-то бэплэн?
Я бы еще мог понять, если бы эта ситуация была, допустим, 5 в 5, одного игрока оставили на ланге, и четверо идут файтиться под бэплэнд, и тогда один игрок мог бы зайти в спину. Но когда у вас ситуация 3 в 5, и вы вдвоем надеетесь выбить один бомбсайт, и потом надеетесь на то, что один игрок останется с ланга и зайдет в открытый апленд, это то точно нет, просто 100%. Нарзы вчетвером сядут закрывать бэплэнд, и один все равно останется в альпе. И следующий же раунд мы сейчас наблюдаем с вами попытку выхода под Б-сайт. Здесь вроде как пытаются выходить толпой. Но вот опять легенда, он уже находится под складом в тот момент, когда его тиммейты еще даже не думали выходить на аркаду Зиги. Они только сейчас открываются на этот файт, и каким-то чудом Фента и Честу удается найти еще по паре фрагов. Джез вместе с Халом Дрога вдвоем. Но здесь опять же Честер пикает соло в тот момент, когда Фента даже не рядом с ним. Его закрывает Джезу, и остается один Фемто. По Фемто также есть информация, и Хал Дрога уже ринулся просто в догонялки играть с Фемто. 1-2 ситуация. Ну что, Фемто, надежда команды. Слышал, вроде бы как Хал Дрога. Ну, по-хорошему, тут бы как-то закрыться, конечно, разам. Отыграть уверенно. 100%. А Фемто ничего не остается, кроме как, наверное, отыграть на контроле. Время пока что еще позволяет. Он проходит, чекает аккуратно все позиции. Слышит Хал Дрога, точная информация по нему. Имеется это один игрок, по второму нет. Но как-то хоть с этим отработать нужно. Будет заход ЦК, чекает аккуратненько. Все, как раз таки пошел выход, но перестрелять не удается. И вот она победа, уже на второй карте нарзами получена. В принципе, легкая игра, так скажем. Ну да. Не так скажем, а такие есть. Вот как-то так. Все. И Фемто, попытки его отыграть против окна, я так понимаю, были сразу же закрыты. Плюс погибает в размен напавшего Фемто. Честер был убит, Норма Джин был убит, Легендара без хп, пах открытие на мидл, там Тео. Тео успеет среагировать, нет, не получается попасть по оппоненту, он там успел дать выстрел, но не попал. Но сейчас ситуация все равно одна не из легких для Пахи Зенита. Фанаты верят, фанаты смотрят. Ну что, Паха минус 3? Нет, не в этот раз, не в этот раз. 8-1. Начало миссии. Ну что, едем дальше. Первая же стычка, первый же фраг прилетает от Тео, который играет на мидл, и тем временем это попытка выйти через Зигу. Слишком самоуверенная игра, без шанса на данный момент. Джезу, наверное, было бы неплохо поменять позиционку для себя. Выход на перестрелку. Ну просто зажал АКМ. Извини, Джезу, ладно, все хорошо. Я беру свои слова обратно. Не меняй позиционку, все, у тебя пушка-гонка. В этот момент Паха Зенит забился в угол, сидит под бетоном, ждет. Но вот этот угол, он очень неприятный. Вот прямо супер неприятный. Отсюда уже уйти никуда нельзя будет. Если тебя здесь заметили, либо ты убиваешь, либо ты труп. Все просто. Звучит, по крайней мере, все просто. Паха играет пока что на гуся, так скажем. Потому что он сел на контрол, ползет. Опять же, время есть, как Фемто в предыдущем раунде. Тут пачка увесистая залетает от Джеза. Баг камеры, конечно, они оба шли на контроле, но факт остается фактом. Убитый Паха, убитые все игроки Exet приносит раунд на разам. И 9-1 сейчас игра идет. Пытается Паха работать в сторону Тео, смог забрать по нему фраг. Размен. От без шанса, плюс просто педали опять же в пол жмет. Не стесняются, сейчас игроки продолжают просто играть на агрессии, лютой агрессии. Но раз ремемберс. Оставляет одного Фемто, который под респаун, по которому есть уже информация. Берет кемпу плюс, ну он погиб с ней, конечно, но информация получена. Что самое, наверное, ценное сейчас, без шанс. Как-то вместе, наверное, бы отыграть с ребятами. Хал Дрога уже готов открыться. Вот, пока отвлекает, без шанс Фемто. Можно попробовать сейчас Хал Дрога открыться. Да, таковое случается, пачка от Хал Дрога. Раунд для наразов 10-1, божечки мой. 10-0, 10-1. 34 минуты. Какое-то время еще вроде как музыка поиграла, ребята. То есть пролетели. Да, мы с тобой 20 минут только пытались решить вопрос с этим... С твичом. И я тебе сейчас даже больше скажу, во сколько мне написал
19-19, ну считай 19-20, давай просто округляем. Я получил вопрос, ну, в личные сообщения, когда будет стрим. Я сказал то, что сейчас запустимся. И с того момента я не знаю, через сколько ты запустился, потому что у меня отвалился интернет. Ну, короче, грубо говоря, за 30 минут отыграли две карты. Да, примерно так. Давай посмотрим. Так, вторую карту, наверное, тебе Кирилл отослал, нет, посмотри. А, у меня они есть, они у меня обе есть. Хорошо, 10-0, 10-1. Кстати, вот тоже ставка от Кирилла 19-31 он мне прислал. 10-0. Ищу. Но 10-0 на первой карте я посмотрел, нет, не было. На первой не было. Да. На первой 100% не было, а вот на второй 10-1 Рафа поставил на команду The North Remembers. Я жду тебя в личку, скриншот учетной записи Ютуба. Ну а вам, друзья, в чатик. Здесь и сейчас отправляется Аука 3 Blaze на 5 дней. 10 активаций имеет этот код, то бишь 10 человек, 10 зрителей сможет активировать на данный момент кодик к себе. А также, друзья, напоминаю то, что мы выдаем вам 6 кодов на 10 активаций в чат, как только вас будет 100 плюс человек в прямом эфире, друзья. Поэтому заходите, вас 93. Вас 93, вам всего 95, всего 5 человек не хватает. Ребята, фармим. И мы скинем вам 6 кодов на 10 активаций, и это же будет, друзья, 60 человек, которые смогут активировать себе эти кодики. Вы представьте, а, сколько людей смогут теперь себя радовать донатом. Все для вас. Все для вас, друзья. Также напоминаем то, что это разовая акция с Ютубом. Может быть, он, конечно, и перестал хворать. Мы потестируем это еще в течение недели. Но сейчас основной площадкой для трансляции стал именно Twitch. Если у вас нету там еще аккаунта, то обязательно зарегистрируйтесь и подписывайтесь на наш канал. И будьте в курсе всех наших. Главное, на ВК, ребята, на ВК. Вот опять же, нету трансляции на Твиче, мы вас известили об этом ВКонтакте, потому что там все централизовано. В любом случае, даже если вдруг ни Твич, ни Ютуб, ничего не запускается, ничего не работает, на ВКонтакте мы вам обязательно напишем, придем, там трансляция, если что, появится, это вот как-то вот так вот. В общем, это, наверное, самый главный источник, кроме как, допустим, где вообще турнир проводится, на arenafagame.com, ребят. Есть такой момент. Если... Петрушка пишет, типа, код не найден, Макс, ну так не делается. Вон, ребята написали тебе уже в чат, что они забрали с этого девайса. Рафа в том числе написал АУК. Ты просто не успел. Не начинай, не заводи. Ты знаешь то, что ты получишь в ответ. Так, ну а тем временем мы с вами, друзья, переходим ко второму матчу. Даже не верится, что я это говорю в 20.00 просто, когда еще до официального старта времени 20 минут остается, старта времени, старта матча. Dark Horse против команды Самолет. Это финальный будет матч на сегодня. Далеко не расходитесь, скоро к вам вернемся.